Народный депутат Украины Дмитрий Голубов обвинил команду представителя Одесской облгосадминистрации администрации Михаила Саакашвили в махинациях с землей Министерства обороны. В заявлении нардепа говорится о том, что 75 соток земли Министерства обороны на Итальянском бульваре были переданы строительной компании в обмен на 3 квартиры самому Саакашвили, его заму Владимиру Жмаку и прокурору области Давиду Саакварелидзе. 28 января пресс-служба губернатора опровергла эти обвинения. В заявлении говорится, что ни у Михаила Саакашвили, ни у его команды нет и не будет недвижимости в Одессе. Заявление о том, что Одесская областная государственная администрация передала 75 соток земли на Итальянском бульваре в обмен на какие-то элитные квартиры, очередной вброс в рамках информационной войны по очернению, которая ведется против Михаила Саакашвили и его команды в Одессе. Сам факт передачи земли частной компании – откровенная ложь, так как областная государственная администрация в рамках закона подтвердила право постоянного пользования Министерства обороны на этот участок. В заявлении утверждается, участок выделен Одесскому военному округу еще в 1951 году, и эти земли являются собственностью Министерства обороны для оборонного и другого назначения. Областная государственная администрация, согласно нормам Земельного кодекса, оформила землю в постоянное пользование исключительно для размещения и постоянной деятельности вооруженных сил Украины. Юридических прав передавать участок земли оборонного назначения у облгосадминистрации не было. Также в заявлении подчеркивается, что последующее распоряжение имуществом Министерства обороны не является публичным, и Одесская облгосадминистрация не может быть ответственной за дальнейшее использование этого участка.